Привет! Ты из тех, кто уверен, что повторить трюки из шпионских боевиков и фильмов про гонки невозможно в реальной жизни? Вызов принят! Талантливые ребята из этой подборки бьют рекорды по дрифту без рук, выполняют нереальные маневры на катере и бросают вызов гравитации. Сегодня можешь не пристегиваться, потому что все точно пройдет как по маслу. Поехали! Она паркуется так уверенно, словно это какой-нибудь смарт, а не гигантская фура. Кто-то потерял управление во время обгона. Зато как эффектно вернул! Авто повышенной проходимости плюс скилловый водитель – идеальная комбо! После такого пассажиры, наверное, аплодировали ему, как пилоту самолета. Судя по тому, сколько там телефонов, ни один коллега не сомневается в его мастерстве. Пока все учили закон гравитации, этот парень учился водить. Думаю, для таких трюков он получал летную лицензию. Разворота круче уже не будет. Представь навык капитана за рулем, если он так ювелирно управляет этой махиной. У этого самолета сломалось шасси, но, к счастью, за штурвалом подлинный виртуоз. Сел мягче, чем любое полностью исправное судно.
Познакомься с Бартошем Остоловски, уникальным парнем, который в 20 лет потерял обе руки, но не отказался от любви к скорости. А сейчас вырывается в топы и даже ставит рекорды. Вряд ли машина умеет активировать защитное поле, так что это чистый скилл. Вот это реакция! Не знаю, чем восхищаться сильнее. Мощью этого авто или тем, как водитель его контролирует. Управление таким автобусом – испытание даже на обычной дороге. А этот водитель вывел его на совершенно другой уровень. Кажется, с такой техникой управления он бы проехал даже по канатам.
Бурная река глубиной несколько метров для водителя-лесовоза – это не препятствие, это вызов. Таким водителям пациенты могут не переживать о долгом ожидании скорой. Зацени маневрирование! Пытаться подпереть его на парковке абсолютно бессмысленно. Каждый скейтер катается на доске так же ловко, как он верхом на BMX. Думаю, легенды автоспорта рождаются именно так. Впечатляющие навыки управления, пусть и дистанционного. Окей, это было страшно, но эффектно. Одно удовольствие наблюдать за командной работой профи. Финальный противник в симуляторах гонок на воде уровня «Экстра Хард».
пришлось понервничать, он мастерски вернул контроль над этим зверем. Приземлить вертолет на движущуюся лодку во время ветра — нереальная задача? Только не для этого, профи. Пока он от души наслаждается поездкой, насладимся его навыками управления. С их навыками у преступника нет шанса уйти от погони даже в густом лесу. Чтобы перевести эту цистерну с газом, понадобилось сразу две платформы. Взгляни на впечатляющую командную работу. Шоу Red Bull всегда впечатляют, но из кабины гениального пилота видеть их еще круче. Это вырезанная сцена из токийского дрифта?